с нанесенными на них рисунками позднего барокко. Зеленый зал является примером начала развития искусства по созданию керамической плитки. Изначально формы были предельно просты, и только позднее ее стали украшать разнообразными вариациями форм, которые четко можно проследить на примере этого декора. Королевская опочивальня. Каждая комната окрашена в разные цвета. Зал для решения государственных вопросов украшены голубой плиткой, на которой можно увидеть историю появления первых португальцев. Азуль означает голубой цвет, но азулежос называется любая окрашенная плитка, несмотря на то, что цвет может быть другим. Новый день и новая экскурсия по Лиссабону. Она начинается с центральной площади, названной в честь отважного борца за свободу Мартина Муниша. В этот раз роль руководителя берет на себя трамвай 28-го маршрута. На этом старинном трамвайчике мы пересекаем старую часть Лиссабона. Для лучшей ориентации в городе здесь находится перегон. Сначала мы отправимся в районы Граса и Альфама, а дальше вернемся на конечную остановку и пройдем по той стороне до Паразерша. Трамваем 28-го маршрута нелегко поворачивать на узких улочках. Но если она расширяется, значит, мы прибыли на следующую остановку. Мы выходим из трамвая напротив церкви Сао Висенте Фора. Каждый четверг и каждое воскресенье здесь открыт вход в Фейра да Ладра, рынку воров. Что, у него действительно такое название? Под этим подразумеваются хитрые цены и пугающая сутолока. Многие люди приходят сюда, чтобы просто посмотреть или встретить знакомых. Ассортимент товаров соответствует самым притязательным желаниям. Среди них можно увидеть и антиквариат. То там, то тут, на этом блошином рынке, можно увидеть уникальных торговцев, которым лиссабонцы придумали подходящее название. Однако в таком названии «рынок воров» кроется что-то еще. А именно, когда торговцы замечают, что на них смотрят, они совершенно забывают о том, что получили деньги. Трамвайный маршрут 28 спускается вниз к Альфаме. Здесь одностороннее движение, поэтому зачастую вагоны идут друг за другом. Нигде больше нет таких узких улочек. На половине горы крепостного холма находится стена, выложенная плитками, на которых изображен старый Лиссабон. Так город выглядел до большого землетрясения 1755 года. Монастырь Сао Висенте Фора 250 лет назад и сегодня. Старый мавританский квартал Альфама остался невредимым после катастрофы 1755 года. Новые крыши были построены благодаря введению программы по обновлению квартала. На смотровой террасе Санта-Лузия можно спокойно отдохнуть. Но потом мы спускаемся в Альфаму. В квартале Альфама живут простые люди. Зажиточных горожан здесь нет. В Лиссабоне имеется целый ряд таких жилых районов, расположенных в стороне от деловых и торговых кварталов, величественных церквей и бульваров. Во время мавританского господства Альфара называлась Маррария Алькантара. Туристы сразу будут поражены восточной атмосферой, которая скрывает нужду и бедность.
Однако удивительным кажется то, что люди, которые стоят на краю общества, с таким достоинством и дружелюбностью мирятся со своей судьбой. Квартал Альфама заканчивается на берегу Тежу. Отсюда всего несколько шагов до 28-го маршрута. Для экскурсии в Шиану вагончики снова должны подниматься в гору. Остановка Ларгу Душаду. Маленькая площадь и знаменитое кафе, в котором, как считают местные жители, подают самый лучший в мире эспрессо – бразилейра. Стоит заглянуть вовнутрь. Классическую обстановку кафе видели уже целые поколения жителей Лиссабона. Традиционным считается несколько раз в день выпить чашечку кофе в этом заведении, и лучше всего не в одиночестве, а в кругу друзей и знакомых, для того, чтобы сделать перерыв во время долгого рабочего дня. Те, кто хочет посидеть в уличной части кафе, должен будет заплатить по счету несколько больше. Чаще всего здесь сидят иностранцы, прямо по соседству с известным португальским писателем Фернандо Песоа, который раньше был завсегдатаем этого кафе. Многие туристы не отказывают себе в удовольствии сделать памятную фотографию рядом с писателем, хотя в свое время именно он ценил скрытность, и большинство своих книг писал под псевдонимом. Трамвай номер 28 продолжает следовать литературным курсам. Следующая площадь названа в честь Луиша де Камоиша, автора «Луизиадаш», похвалы в адрес португальских первооткрывателей. Здание парламента Саубенту, бывший бенедиктинский монастырь, отошедший городу во время секуляризации. При наличии специального разрешения можно смотреть зал заседаний депутатов. В противном случае только во время церемонии смены республиканской гвардии. Сделаем остановку перед городской церковью Штрелла. Рядом с ней находится один из самых красивых парков Лиссабона. Особая атмосфера этого парка отдыха заключается в обогащении европейского искусства возделывания сада при помощи растительности бывших колоний. Сад является своего рода культурным мостом Португалии между Старым и Новым Светом. Место, в котором даже туристы могут спокойно отдохнуть. Кладбище Паразерш является конечной остановкой трамвая 28-го маршрута. Титул самого интересного гида принадлежит 28-му маршруту по праву. Остается надеяться, что город еще долгое время позволит жить этому ностальгическому транспортному средству и передвигаться по маршруту от Паразерша до Мартия Муниша. Шансы весьма высоки. Кроме того, трамвайчик 28 можно взять в аренду для совершения частных прогулок. Более подробную информацию можно получить у водителя. Честно говоря, Паразерж не особенно привлекательный район города. Однако стоит посмотреть на его аллеи, засаженные кипарисами, на которых вплотную друг к другу стоят мраморные надгробные плиты. Рядом с центральными воротами памятники португальским писателям. Традиционное почитание со стороны города продолжается и по сей день. Герб герцогов Пальмера.
За чугунными воротами располагается мавзолей гигантских размеров. Этот массивный монумент символизирует силу и гордость. Больше того, глубинную связь господ и слуг вплоть до смерти. По обе стороны Кипарисовой аллеи похоронена челядь королевской семьи. Женщины отдельно, мужчины отдельно. Паразерж является последним прибежищем не только богатых. Простые горожане имеют шанс получить место на кладбище с видом на Тежу. Мост. Его название — это дата гвоздичной революции 25 апреля 1974 года. Все это теперь история. Кажется, что Глора времен первооткрывателей находится повсюду в Белейн. И это сооружение сделало Белейн всемирно известным. Сторожевая вышка на берегу реки Тежу, задачей которой было укреплять вход в порт Лиссабона. Щиты с крестами напоминают о традиции ордена рыцарей-крестоносцев, которым руководили короли Португалии. Торре де Белейн является излюбленным мотивом для фотографий. Недалеко расположен современный памятник первооткрывателям. Именно на том месте, где когда-то на якоре стояли их корабли. За спиной Генриха Морехода собрались все отважные капитаны, имена которых каждый португальский школьник должен знать наизусть. День в Белейн подходит к концу. Набережная первооткрывателей постепенно пустеет. Настало время влюбленных пар. Настроение фаду.